Доброе утро, друзья. А я сегодня никуда не иду. Сегодня никуда, я имею в виду, в горы не иду далеко. Но все-таки мне надо километры свои намотать. Решила в спортзал не идти, чуть-чуть разнообразить. И иду к сторожевой башенке. 10 километров туда и назад от меня. Но немножко решила разнообразить. И, может быть, зайду попью кофе в Макдональдс. Потому что уже кофе здесь вообще пить не могу. В школе между уроками у меня там 10 минут, 20 минут перерыв. И вот эти дни было прохладно, пасмурно, прохладно. И думаю, ну господи, ладно, попью кофе. Слушайте, день попила, ну так себе, второй раз. Третий раз я даже два глотка сделала. Я туда его, оно мне обратно. Как они делают этот кофе, я не понимаю. Что это за бодяга какая-то? Вылила, просто вылила. И я думаю, господи, что я его покупаю? Если я знаю, что мне невкусно, мне не нравится, что я его покупаю? И вот через что у меня еще в Макдональдсе более-менее они кофе делают. Потому что вообще испанцы, я не знаю, как это у них получается, даже в машине испортить кофе. Ну, то есть, просто вообще не знаю. Либо они такой кофе покупают. Короче, я не знаю. Но я кофе вообще, еще раз говорю, вот 3 дня. Я в 3-й день я прям 2 глотка сделала и выбросила стакан с кофе. Ну, потому что его пить прям невозможно. Я его туда, а у меня назад. Думаю, что я трачу еврик на кофе. Все, ребята, пошли нагуливать километры. Мама дорогая, люди съезжаются на Семана Санта. И у нас уже открыли сезон вот этих водных лыж, всяких аттракционов на воде. Ну, чтобы вы понимали, это только там 2-й день тепло немножко, вот 20 градусов. Сегодня еще немножко пасмурно, тучки, облачка. Вчера было теплее, конечно. Но народ все сразу, видите, разделся. На пляж вышел. И все наслаждаются этим теплом. Англичан много поприезжало. Ну, вот сейчас на эту Семану Санту, на следующей неделе. Здесь праздничная неделя. И их очень много, англичан. Я прям вижу там каждый день. Они там постят. Приезжаем, там ты-ты-ты-ты. В общем, город наполняется туристами. Да, вот это самый популярный английский бар у нас в городке. И видите, он практически заполнен. Но еще, конечно, они еще все сидят. Летом здесь будет тусня, вообще вот так все. И тут их будет очень много. Вы посмотрите, друзья, детвора уже в море. Но я думаю, для этого водичка сейчас очень бодрящая. Еще 2 дня назад у нас было 10 градусов всего лишь температура воздуха. Но... просто обычная пология. Скалы. Это начало Тьерра-Эллады. А
здесь такие прямо обычные, вот с той стороны обычная пологая горка. А здесь шикарные такие. Кажется, я на них смотрела, смотрела и смотрела. Живая машинка 16 века. От нее остались, конечно, ручки до ножки. И на той стороне, сейчас вам покажу. Вон, видите, вот холмик, вот там вот холмик, и вон она тоже видна, прям сторожевая башенка. Примерно они одного возраста. То есть вот эту рыбацкую деревушку, которым был раньше Бенедорф, они смотрели там с моря, сторожили с моря. С одной стороны и с другой стороны. Конечно, их уже ничего не осталось. Ну как, ножки-дорожки. А вот эти скалы мне очень нравятся вообще. Так, друзья, я прискакала. Видите, дошла до башенки. Сейчас сижу, наслаждаюсь. Знаете, что вчера себя поймала на мысли, да, что очень быстро, вот уже сегодня какой, 9 апреля, да, очень быстро это время пролетело. То есть вот как будто вот марта, допустим, вообще как будто не было. То есть он весь в таких каких-то, ну какой-то загнанный месяц был. Весь в ужасной новостной ленте, и вот его как будто не было. Не теряйте себя, ребята. Не теряйте себя. Старайтесь держать себя в руках. Гоните плохие мысли. Ищите положительное во всем. Мне понравилось, как одна девочка сказала, да, что вот все, что с нами случается, это лучшее из всех сценариев. То есть могло бы быть, наверное. Всевышний набирает лучшее для нас. Ну, в обратный путь. Сюда 7. В общем, 10 километров будет. 7 тысяч шагов. Сейчас около 8 тысяч шагов сюда. Сейчас еще обратно. Ну, сейчас пойдем пить с вами кофе. Я купила себе там какие-то вафли в новом магазине. Ну, не в новом, в другом, не в который я чаще всего хожу. А, там смесь таких вафелек. Сладкого хочется. Каждый день что-то ем. Надо худеть, надо стройнеть. А я каждый день сладкое ем. Ну, и вот. И очередь в Макдональдсе. Куча людей. Англичане. Где-то услышала вчера выражение, прочитала жирафобы. То есть те, кто собирается стройнеть, худеть и за правильное питание, то есть они жирафобы. То есть девочки, в общем, мы плохо относимся к полненьким. Жесть. Жирафобы. Вы слышали такое новое слово?